Нельзя это есть. Ну, смотрите. Ну, мне кажется, результат налицо. Вкусом. Эта рыба восхитительная. Есть рыба вкусная. Мы с Сашей приехали уже в стоматологию. Здесь удивительно, вообще никого не оказалось. Это вредно и опасно. Ну вот, серик, собственно, без мотора. Вот, давай. Так, тренируемся на кошках. Ставь лайк. Нет, я сама. Ну, давай. И на старуху бывает проруха. Я не могу, прямо она меня раздражает. Сильно раздражает. Дезинфицирующий? Да я понял уже, пальцем показывай. Давай, а тут? Ну а самая вкусная сочная часть, это куриная ножка. И это просто объедение. Все уже на нем установлено. Турбина новая, вот она. Друзья, вот так вот заводить шерстяных котов, смотрите. Стой! Надо лысых заводить, да? Ну лысых жопа лысая. Берем курейку и вот ее так режем. Вот такие дела. Это новости с фронтов, так сказать. Ну, я не знаю, с котов вообще вижу что-то. Все, приготовилась наша курица. По запаху что-то там, мне кажется, подгорело. Что-то подгорело. Вон дымяра такой синий. Да, вообще. Все, мать. Аккуратно. А, достаем. Все. И что? Ну, да вон крылья. Подрумянилось. Ни хрена себе подрумянил. Слышь, хозяйка, блин. Ну вот. И на старуху бывает проруха. Не, ну я хотел вот это все, конечно. О, да, шейка. Ну, слушай, вот знаешь... Только не выбрасывай, черное это, нормальное оно. Нельзя это есть. Слушай, а на камере, смотри, оно гораздо чернее выглядит. Да, ты че? Да, кстати, прямо вообще. Но оно не такое. Короче, не надо убирать фольгу. Что ты успокаиваешь? Но оно не такое. Такое, вон, блин. Именно такое, да, черное. Но Вика говорит, что сейчас уберет. В общем, смотрите, не убирайте фольгу и заворачивайте крылья. Вот ведь я раньше же крылья заворачивала. Вот почему сейчас не завернула? Ну вот, друзья, даже я умею удивить и учудить. У меня афрокурица. Вот видите, пока с вами болтала, наболтала тут, что курица сожгла. Ладно, за это строго не судите. Да нет, судите строго, судите прям. Смотрите, вот сейчас надо взять курицу, переложить вот сюда и накрыть крышечкой. Это для чего? Это для того, чтобы она стала еще немного сочнее. Можно, конечно, оставить так, сразу подавать на стол, резать, будет хрустящая корочка. Вот это надо убирать. Это, наверное, пока Игорь, короче, не будет видеть, я это уберу. Потому что это что? Вредно для нашего организма. Это вредно и опасно. Берем курейку и вот ее так режем. Отрезаем. Видите, какая она сочная? Я вот вилкой сюда нажала, прям сок из нее выходит. Смотрите, какая сочная-сочная грудка. Все сочится. Ну все, мы ее нарезаем. Ну а самая вкусная и сочная часть, это куриная ножка. Это нет, объедение. Это куриное крылышко. Куриное крылышко. Ай, не совсем удачное у меня получилось куриное крылышко. Всем привет. Немного инфы из гаража о том, как у нас проходят дела с нашим, собственно, автомобилем. Ну и смотрите. Ну вот, серик, собственно, без мотора, он уже загнан, уже тут вон там наверху радиатор новый лежит, вот он. Тут вот весь все разобрано, естественно, потому что мотор уже собран, все уже на нем установлено, турбина новая, вот она, и так далее, и тому подобное, и все это скоро поселится внутрь нашей машины, и она оживет. Вот такие дела. Это новости с фронтов, так сказать. Доброе утро. И утро начинается не с кофе. Мы с Игорем купили вот такую вчера штучку в ленте. По-моему, 120 рублей, да? Ну да, 120, по-моему. 129, 130. А, 130, да? Пипидастер называется. Пипидастер, да. У нас уже была такая штука, но где-то при переезде мы потеряли ее из виду. И смотрите, что же начинается. Вот у нас солнце. Вот оно начинает вот здесь вот мне все светить. И, соответственно, не знаю, видно? Да. Должно быть видно. Вот эти вот, видите, мелкая пыль. Я не могу, прямо она меня раздражает. Сильно раздражает. И я беру эту штуку и убираю. Видите, уже есть результат. Обычно я это делаю несколько раз в день. Прохожусь с тряпочкой влажной. Вот мое рабочее место, вот получается у Игоря рабочее место. И все это вот дело с тряпочкой по несколько раз
прохожу. А вчера шли по ленте и подумали, а почему бы нам ее, знаете, так не прикупить? Потому что ту мы найти не можем. Ну, в общем, взяли. Но смотрите, ну, мне кажется, результат налицо. Тем более, у нас зимой ужасная статика. Все так стреляется током. У меня же клавиатура отключается, когда я сажусь работать. И как раз вот для убирания всей этой пыли, именно вот это, как это сказать, это свойство, оно очень-очень на руку. Ну вот я прохожу и все, все это вот убираю. Знаете, чувствую себя как из фильма. Хожу такая в бегудях с этим пипедастром и уборкой занимаюсь. Главное, чтобы было чистенько. Я не знаю, может, я какая-то неправильная, но у меня вот эта вот вся мелкая пыль на солнце, она настолько раздражает, вот прям серьезно, аж злит. Уже Игорь с Сашей приехали со школы, с работы, и привезли вот такие с собой всякие посылочки. Ну, а теперь я вам поподробнее все покажу. Значит, съездили в аптеку, Саша набрала себе всяких тут штучечек для себя. Здесь масло для губ Либридерм. Саша занимается сноубордом, и вообще у нас холодно, и у нас еще сухо, и дома сухо, и в общем на улице губы трескаются, и вот таким способом она их будет реанимировать и спасать. В общем, должна быть классная вещь, я не устану повторять, что эта фирма мне пока что еще нравится. Здесь у нее масочка для лица, тоже первый раз такую вижу, какая-то розовая глина. Интересно, что такое, вот стоимость вам видно. Ну, здесь, значит, по составу, все, что сопровождается в этих тюбиках. В общем, получается, будет пробовать, потому что, ну, знаете, кожа сохнет и пятнами покрывается. В общем, ну, зимой у нас есть такая особенность здесь, на севере. Ну, что ж ты тут поделаешь, ничего, маска. И еще она взяла такой вот крем для рук, персиковый, ну, стоимость у него такая, я вам скажу, интересная. Вот здесь пишет персик, крем для рук, туда-сюда. И здесь, кому интересно посмотреть, почитать, тоже вам оставляю эту информацию. Там уже на паузу остановите, посмотрите. Так, заглянем, какой тут тюбик. Ну, такой себе тюбик с глазками, щечками, симпатичный. Ладно, это все Сашино. И теперь сейчас приступаем к следующей интересной процедуре распаковки посылок. Потому что что здесь, я не знаю. Что-то все приходит практически каждый день, что-то к нам приезжает. Так, запечатано хорошо. Ага, это просто такая куча пилочек. Да-да-да. И вот такая маленькая, видать, видимо, бонус-подарочек. На тебе ножницы? А, это одноразовая, кстати. Да? Да. Ну вот, давай показывай, что там дальше. Почему это многоразовая? Моющиеся. Не, маленькие. Дезинфицирующий, да я понял уже, что пальцем показывать. Да, а тут? Ну эти и моющиеся, и дезинфицируемые. Классно. Профессиональные, 100 на 180, это разная этот, зернистость стороны. Так, поехали тут. Ага, а тут я знаю, что. Это то, что я хотела. А тут можно, да, так просто? Да. Да. Там таракан внутри. Мама хотела. А, я поняла уже сейчас. Ну, сервировочные кольца. Это бред. Почему? Потому что это твой визит. Ну, мне хотелось. О, ну они хорошие, это стальные. Это обязательно стальные, да? Да, они о, это... они вообще крутые, они стальные. Они стальные, причем они крепкие, слушайте. Потому что стальные. Их не согнуть, да, их даже не согнуть. Классно. И тут что? Перчатки для котиков. Там их две, левая и правая. Это реально для котиков? Да. Серьезно? Это чтобы у нас шерсти было меньше. Они не ходили, будут не ходить. Офигеть. Надо попробовать. Да. Одевай сейчас, потренируемся на котиках. Саша тут была замотана. Они не заслужили. Саша ручка была замотана после ушиба. Но говорят, перчатки эти хорошие. Ну, именно это мы не знаем. Ну, именно эти, да, мы не знаем. Сейчас опробуем. Они, типа, именно чтобы их расчесывать или чтобы они кайф ловили? Расчесывать и попутно, наверное, кайф ловить. Ну, они кайф тоже будут ловить от этого. Такая... Ставь лайк. Нет, я сама. Ну, давай. Как дети второго года. Я сама. Так, ну что, пошли испытывать на котах? О, давай. Так, тренируемся на кошках. Это неудобно.
И он очень сильно электризуется. Надо мочить, наверное, да? Нет. Прости. Мочить их не надо. А как статику снимать? Никак. Может, мочить кота? Да куда ты попил? Да не надо мочить никого, просто вот так вот снимаешь и все сняла. Ну, я бы не сказала, что сим... Обалдеть. Очень много, это хорошая штука. Но сим, по-моему, нет, не сильно в восторге. А его никто не спрашивает. Покажи, давай сюда. И что, правда так снимается, как нет, это? Нет, снимается немного не так. Ну, надо, наверное, еще напиши-ка антистатиком. Поплотнее. Сим, не уходи. Напиши-ка антистатиком. А нельзя, он лизать начнет себя смывать. Да-да-да, потравится. Он же это... На, собери. Ну, скатай в клубочек. Не получается. Живот ему тоже, не только же спина. Да-ка, ну, нифига себе. Папа, живот, вот ты... У тебя защита сейчас одета, поэтому... Ему это явно не нравится. Джей там рядом еще. Щелкает. О, на нем прям шерсти, смотри, сколько прям его надо. Джей. Во, у него на хвосте все. Джей. Да Джей, нельзя. Фу. Сим там, слышите? Разоряет. О, смотри. Друзья, вот так вот заводить шерстяных котов, смотрите. Стой. Надо лысых заводить, да? Ну, лысых жопа лысая. Вот у нас любовь. Не жлись, не жлись. Ну, Джей, поспокойней. Молодец. Здесь ты не понял. Саша, ты вся в шерсти тоже. Обалдеть. Слушай, ну вот хочется, чтобы эта шерсть оставалась вот так, снималась и не оставалась у нас на коврах, да, везде, да? Друзья, простите за подробность таких кадров. Да, ну, как там в рекламе показывают? Ну, это шерсть, коты чистые, мы за ними ухаживаем. Шерсть такая, что можно вон, они же носки вязать. А из овец? Из овечьей шерсти носят? Ну, из собачьей же тоже вяжут. Вот. А у Сима... Это кошачья. А, у меня телефон... А у Сима шерсть такая, что вот она у него, кстати, податливая под вязку. Ну, я не знаю, с котов вообще вяжут что-то. Мы с Сашей приехали уже в стоматологию. Здесь удивительно вообще никого не оказалось. Мы только, получается, только мы на прием. Очереди совершенно нет. Ну, и даже, в принципе, если бы очередь была, мы по записи идем к определенному времени. Вот так наша стоматология выглядит. Пустота, никого нет. Вот кабинет, а нам, по-моему, вот в этот. Телевизор. У нас уже наступил вечер. Игорь мне сейчас позвонил, сказал, еду домой, готов езя. Что-то мне подсказывает, у нас ясь будет, наверное, как-то не просто так. Ко мне тут пришел Сим, походу, он услышал слово ясь и начинает вокруг меня тут тереться. Что такое? Что ты хочешь? Ну что? Ты же никогда вот так вот не любился, Сим. Что такое? Что с тобой случилось, а? Котей, что такое, а? Симочка. Ой, какая любовь у нас резко проснулась ко всему. Ко всему. И к моим ногам, и к холодильнику, и к ящикам, да? Здесь у нас два язика. Вот тут они у меня лежат в газетке. Вот такая у меня супер-супер доска. Я на нее постелю лист ватмана. Постелю, сложу пополам вот так. Я уже порезала рыбку. Вот здесь икра. Икры было очень много. Вот так это выглядит просто, знаете, очень вкусно. Мяско тоже такое, оно вяленое, жирненькое. Ясь, рыба очень такая, знаете, жирная. Вот со свежим хлебушком это просто вкуснятина неописуемая. Вы знаете, самое главное выдержать все сроки, все правила приготовления этой рыбы, чтобы совершенно безопасно ее потом можно было употреблять в пищу и наслаждаться ее вкусом. Эта рыба восхитительная. Ясь, рыба вкусная.